Новый год – время чудес и подарков. В преддверии праздника в России запустили акцию «Елка желаний». Сегодня добрыми волшебниками себя почувствовали глава КОМИ Владимир Уйба и зампред правительства региона Алексей Прослужих. В офисе «Единой России» они сняли с елки особенные шары с пожеланиями. Это у нас Кирилл Канев. Он мечтает об автомобиле. Шучу. О гитаре. Вот, поэтому, конечно, надо мечту осуществлять. Самое главное, чтобы Кирилл дальше продолжал играть на этой гитаре и радовать и своих близких, и нас. Ну, с наступающим Новым годом! До конца февраля любому из нас можно стать Дедом Морозом. Чтобы исполнить чью-то мечту, не обязательно срывать открытку с зеленого дерева. Достаточно зайти на сайт елкожеланий.рф и выбрать подарок. За те 4 года, что работает акция, неравнодушные жители России осуществили почти 60 тысяч заветных желаний. Дарья Шарапова, Республика Коми, 5 лет, мечтает о велосипеде. Дорогая Дарья, искренне поздравляю тебя с наступающим Новым годом. Слушайся маму, слушайся папу. Будь счастлива. Твоя мечта о велосипеде обязательно исполнится. Стать мечтателем в этом году могут дети и пожилые люди с ограниченными возможностями здоровья. Дети-сироты, дети из семей с доходом ниже прожиточного минимума, дети военнослужащих и мобилизованных, участвующих в специальной военной операции, дети беженцев и ребята от 3 до 17 лет, включительно проживающие и зарегистрированные на территории новых регионов страны.